Гибель мужа обеспечила Марии Максаковой аншлаг. Оперная дива пропиарилась на личной трагедии. Теперь они узнали даже люди, далекие от музыки. Мария Максакова планирует дать концерт на 9-й день после убийства мужа. Руководитель коммуникационного холдинга «Интермедиа» Евгений Сафронов, который занимался продвижением и пресс-поддержкой концертов в России таких мировых звезд эстрады, как Майкл Джексон, Мадонна, Лучано Паваротти и Пол Маккартни, уверен, что пережитая смерть мужа добавила певице популярности. Поэтому теперь в украинском доме, где будет петь самая знаменитая вдова России, ожидается переаншлаг. «Есть такое понятие, как интерес к персоне», – заверил Сафронов. «Если имя артиста не сходит с экрана, находится на первой строчке в поисковиках и есть в новостях, то успех всегда обеспечен, независимо от того, чего стоит артист в профессиональном плане. Люди идут на концерт уже не ради музыки, поэзии, а ради сопричастности к звезде, о которой все говорят». До этой трагедии имя Марии Максаковой мог знать только узкий круг ценителей оперы и искусств. До этой трагедии имя Марии Максаковой мог знать только узкий круг ценителей оперного искусства. Теперь же о ней говорят даже люди, далекие от музыки. Выступление Максаковой было запланировано еще до трагического события, поэтому певица решила ничего не отменять, невзирая на траур. Правда, думает перед этим пойти в церковь. «Я жду благословения священника. Разрешит ли он это делать, дать концерт, поскольку не прошло еще 9 дней, и даже концерт памяти – это все равно концерт». Певица обещает, что в случае получения разрешения от духовного лица, она уберет из программы все веселые песни и исполнит композиции на украинском языке, а сам концерт посвятит памяти мужа. Если верить статистике поисковой системе Яндекс, то за последний месяц Максакову пользователи искали 1 733 829 раз. Для сравнения, Пугачева интересовалась 1 302 690 раз, а Кобзон 147 075. Мария Максакова, конечно, выгодно для себя использовала тему погибшего мужа. Она умудрилась даже дать интервью прямо над гробом покойного. При этом, как ранее отмечалось, на отпевании покойного мужа оперная дива пришла при полном параде с ярко накрашенными глазами и вишнево-красным маникюром. Во время траурной церемонии произошел конфуз. У стоящей у гроба вдовы экс-парламентария зазвонил телефон. Так что драма драмой, а жизнь продолжается. Ставьте лайки, дизлайки. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите свои комментарии. И подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.